и таланты. Добро пожаловать на первый фестиваль «Мы ищем таланты». Кому же достанется наш главный приз? Пора, девочки, приготовьтесь, мы начинаем. Требли-крабли, фокус-покус. Дорогу настоящему таланту. А? Нала, встань в очередь. Сейчас выход Доти. Ничего, я вовсе не против. Начинаем наш конкурс! В этом году в уважаемом жюри карапузов судят дружелюбная Кэти, непреклонная Фэнси и Лэйди. Приглашаю первого участника! Я тут! Нет, сейчас очередь Доти. Ничего, пусть Нала идет. Если хочешь, выходи первым. Стой, нет, я пойду. Нет, я! Простите, девочки, первым идет настоящий талант. Эй, эй, Нала, вернись, сейчас не твоя очередь. Вот послушайте, потому что вы такого не слышали. Никогда в жизни. Иди ты. Спасибо, Доти. Она вернется. Но продолжим наш конкурс. Откроем больше талантов. Я хочу сейчас. Но, Кони, следующее... Опа! Вот это здорово! Жгучие кексики? Этот рецепт на очень изысканный вкус! Я хочу сыграть! Ай! Кто следующий? Нам не хватает волшебства. Фокус-покус, мячик исчезает. А? Крибли-крабли. Не вернулась! Я все контролирую! А теперь он исчезнет. Теперь последний участник. Первый раз не получилось, но сейчас уйдите со сцены, пожалуйста. Какая прелесть! Никто не сдается! С меня хватит, я ухожу. А есть ли еще участники? Что ж, если никого больше нет, то приз присуждается... Знаю я навсегда, друзья мы, дай руку мне, вместе нам не страшно, и где бы ты... Будем повсюду. Мы же тим!
ее получить. Она должна быть уже здесь. Вот увидишь, лучше не бывает. Да! Она здесь! Она здесь! Наконец-то! Здорово! Мне терпится увидеть! Что происходит? Что происходит? Это же суперполивалка 3000! Ого, какая классная! Она поможет мне поливать огород! Какая милая! А что это за рисунки? Посмотрим. Похоже на инструкцию, но я ничего не понимаю. Да, я тоже. Думаю, Нала и Лея помогут нам. Поехали к ним. Вот, держи, я останусь с Леди. Не трогай. Ты можешь сломать. Хорошо, хорошо. Если оставить вот так, то незаметно, что она сломана. Что ты наделала? Моя поливалка! Кони, неужели? Я только слегка задела. Честное слово, я не заметила. Прости, Кэти, мне очень-очень жаль. Что ж, придется починить. Берегись! А, спасите! Поливалка сошла с ума! О, получай! Ух ты! У меня золотая соска! У меня золотая соска! Остановите ее! Мой бой! Кони, я не знаю, почему соврала. Простите, пожалуйста. Не бойся говорить мне правду. Я не кусаюсь. Да, ты же очень храбрая. Я уверена, ты не нарочно. И ты спасла всех нас. Это был невероятный прыжок. То есть ты не сердишься? Конечно, нет. Это же просто поливалка. Хотя и супер 3000. Мы летим! О! Вы только посмотрите! Ух ты! Вот это да! Какие огромные! Смотрите! Ух ты! Знаешь что? Она не сломана. Оказывается, я заказала фонтанчик, а не поливалку. В следующий раз буду внимательней. Девочки, обещаю, что больше не буду жать на кнопки. Это самый лучший огород в мире. Моя очередь прыгать. Смотрите, как я умею. Волшебная палочка. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Лиза, ты где-то рядом.
Может, там? Или здесь? А может, здесь? Нашла! Иди сюда, Лиза, я тебя нашла! Ты не можешь больше прятаться! Это не по правилам! Лиза, где же ты? Лиза! Ух ты, красота! Что это за книжка? Мир фантазий? Не открывается! Лиза! Ух ты! Смотри, что я нашла! Волшебная палочка! Что не так? Отличная палочка! Лучше, чем моя! А? Лиза, что это с тобой? Ого! Она и правда волшебная! Давай проверим! Поделим пополам! Конечно! Кусочек тебе, кусочек мне! Ты съела мой кусочек! Нет, ты его съела сама! Врушка, отдай мне мой торт! Я не врушка! Не! Может быть, этой фигуры здесь не было. Ты хитришь. Ты назвала врушкой меня? Я с тобой больше не играю. Лови мячик, Спотти. Давай еще раз. Ты такая смешная, Спот. Смотри, что ты натворила. Вот, я так и знала. Теперь все понятно. Это все ты. Из-за тебя я так и не попробовала тортик. Простите, я не нарочно. Но ведь было весело. Но только тебе. Вот-вот, совсем не весело проигрывать. И измазываться в торте. Я так не играю. Я тоже. Вернитесь, пожалуйста, это всего лишь игра. У меня есть волшебная палочка, вот. Придумала. Поверь мне, Лиза. Посмотрите сюда. Простите меня, пожалуйста. Я хотела только проверить волшебную палочку. Нам стыдно, что мы с тобой поссорились. Ведь у тебя доброе сердце. Magic Tears! Ух ты, вот это торт! Ура! Супер шахматы! Здорово! Спасибо, Лара! Это так весело! Вы не представляете, что я могу с волшебной палочкой. А? Она же была здесь. А Лиза? Кто-нибудь видел Лизу? Лиза!
там делаешь? Я ищу созвездие, похожее на звездочку. Я тоже хочу. Можно? Конечно, поднимайся. Правее. Там ты увидишь созвездие радуги. Здорово, такое разноцветное. Слева от тебя гравитационная туманность мороженого. Гравита что? А, не важно. Я вижу луну. А? Что? Но я не вижу созвездие звездочки. Знаю, я тоже. Это единственное созвездие, которое я еще не нарисовала. Оно далеко, и отсюда его не видно. Спокойной ночи, Мисси. Завтра я еще попробую. Ой. Что там за шум? Лучше получаюсь. Так я тебя уже снимала. Эй, а? Вы не знаете, откуда весь этот шум? Знаем, это Мисси. У нее очередная гениальная идея. Мисси, да? Мисси, от тебя очень много шума, а я пытаюсь поспать. Доброе утро, Венди! Подержи, пожалуйста, молоток. Отлично, давай его сюда. Готово. Я работала всю ночь. И получилась ракета. Теперь ты сможешь долететь до своего последнего созвездия. И мы устроим космическое путешествие для всех. Ну, можно еще чуть-чуть доработать. Мисси, не думаю, что она куда-то полетит. Но спасибо, ты настоящий друг. Ракету не нужно доделывать. Ты посмотри! Ура! Ура! Здесь есть даже инструкция. Сфотографируй меня здесь. Как мы выглядим? Я нажала и не знаю что. Хватит плакать, забудь об этом, уходим. Я гений. Мисси, что это было? Венди, Лена, Леди и Лулу полетели в космос. О, правда? А когда вернуться? Вернуться? О, ну, назад? Но как? Как они вернутся? Было страшно. Хорошо, что она не взлетела. А то бы мы улетели в космос. Уже стемнело. Ночь настала так быстро. Лена, это не ночь настала. Мы в космосе! Продолжение следует. Скрытое созвездие, вторая часть. А? В чем дело? Венди, Лена, Леди и Лулу улетели в космос на ракете. И мы не знаем, как их вернуть. Я только хотела помочь Венди увидеть созвездие звездочки. Это инструкция к ракете? Давай прочитаем. Там написано, как вернуть ракету назад. А как
Мы расскажем им, они там, а мы здесь. Одна из этих кнопок вернет нас домой. Но какая? А это знает Мисси. Но мы же с вами в космосе. Конечно же, Крайфон! У Кэти есть планшет, так? Мы позвоним ей. Тут Венди, Лена и Леди. Они звонят на планшет. Ура! Привет! Рады вас видеть! Не бойтесь, мы вас спустим! Как? Это же твоя ракета! Что нам делать? Итак, посмотрите, в ракете есть цветные кнопки. Чтобы спуститься, вам нужно набрать комбинацию. Очень важно сделать это быстро. Не ошибитесь, потому что у вас всего 3 попытки. На большее слез волшебства не хватит. Нажимайте. Красную, красную, синюю, зеленую, красную, зеленую, синюю, желтую. Хорошо, поняла. Я нажму красную, красную и синюю. Лена зеленую, красную и зеленую. А Леди синюю и желтую. Все готовы? А, к чему готовы? Жмем! Первая неудачная попытка. Вы перевернулись! Я нет! Лулу, это из-за тебя! Не волнуйтесь, у вас еще 2 попытки! Выше нос, на этот раз все получится! Давайте! Но, где же она? Я не вижу желтую кнопку! Вторая неудачная попытка. Голова кружится, сейчас меня стошнит. Ой, нет, у нас осталась 1 попытка. Я нашла, смотрите. Желтая кнопка должна быть на полу. Нет, почему планшет вдруг погас? Я все утро смотрела, как вырастить лук. Где? Мисси, я тебя не слышу. Где же кнопка? О, нет, связь прервалась. Мы их больше не увидим. Что там, Лулу? А? Пол, большая желтая кнопка. Да. Ну, готовы? Теперь все получится. 1, 2 и 3. Как здорово, что вы вернулись! Ты не рада, Венди? Я была совсем близко к созвездию звездочки, но так его и не увидела. Лулу, что у тебя здесь? Ух ты! Венди, Венди! Посмотрите на фотографии. Их делала Лулу. Невероятно! Это же созвездие звездочки! Теперь созвездие звездочки будет называться созвездие Лулу. Маджик Кидс!